Добрый день, уважаемые подписчики канала Катранган. Рады вас приветствовать. И в данном видеообзоре мы расскажем вам вот о таком вот, скажем так, о таком вот произведении от фирмы Лекки. Достаточно забавная вещь. И почему мы сейчас вам о ней расскажем. На самом деле, давно ведется спор о том, чем лучше, скажем так, пребывать зимой, то есть перчатки либо варежки, поскольку вроде бы в перчатках остается возможность производить какие-то манипуляции пальцами, скажем так, несколько не теряется мелкая моторика, то есть можно какие-то там лямочки поправить и так далее. В варежках же это делать значительно менее удобно, но зато в варежках значительно теплее. Теперь этот спор окончен, господа. Вот у нас есть такой гибрид, который представляет из себя перчатки с открытыми пальцами, и в то же время они превращаются в варежки. Выглядит это следующим образом. Ну вот, как мы видим, открытые пальцы. В случае, если необходимо сделать какую-то мелкую работу, ее можно как бы легко сделать, благодаря тому, что отличный контакт и чувствительность. Ежели в руки стало холодно, мы просто отстегиваем данный язык, вот отсюда он на грибочках крепится, и закрываем руку в перчатку. Все, наши руки полностью утеплены, нам абсолютно комфортно, можем, так сказать, двигаться дальше. Ну и в обратном направлении, если есть такая необходимость. Также присутствуют две вот такие петельки, как мы видим, между пальцами. Они предназначены для того, чтобы было легче снять перчатки. Тут как бы не за что потянуть, допустим, чтобы их снять. Поэтому мы просто вдеваем два пальца и очень легко их снимаем. Что еще интересного можно рассказать об этих, так сказать, варежках-перчатках? Выполнены они из флиса. Флис очень теплый, кроме всего прочего. Как мы видим с вами, здесь присутствует в этих перчатках мембрана Windstopper, которая предотвращает выветривание тепла из данных перчаток, дополнительно, скажем так, согревая руки. Тем самым в температуру порядка минус 5, а то может быть даже и минус 10, все зависит, скажем так, от индивидуальной чувствительности к холоду. Я полагаю, в этих перчатках-варежках вполне можно ходить. Вязанный такой стретчевый вход, который предотвращает теплопотери и комфорт при одевании перчатки. Дополнительная резинка, ну вот тут с вами можем ее видеть. А также упрочнение на ладони, есть такая вот кожаная вставочка, и на большом пальце. То есть это универсальные спортивные перчатки, можно ходить в них в походы, работать в них с трекинговыми палками. Опять же, ничто нам не мешает работать с тачскрином, поскольку пальцы открыты, если у вас какой-то гаджет имеется с собой. Вот. А также местами работать с веревкой и с трекинговыми палками, если я не повторяюсь. Замечательная вещь. Всегда можно легко как бы добиться полной функциональности пальцев. И в то же время, как только вам стало холоднее, вы раз и закрыли их. Никаких проблем. Как и многие другие интересные вещи продаются в нашем магазине. Обращайтесь к нам, звоните, подписывайтесь на наш канал. Всегда интересные новинки. И до скорых встреч!